Старушка. И мы ее ведущие Лиза и Таня. Таня, ты такая модная сегодня. Да-да, весна на дворе, хочется выглядеть красиво, как никогда. Вот и я себе купила такое красивое винтажное платье. Вот настоящий винтаж. Лиза, я вчера себе купила почти точно такое же. Но зачем же покупать? Можно и сшить. Но это же так долго, скучно, тяжело. Зато какой результат! И тогда такое платье будет только у тебя. Вот давай мы с тобой и вместе с нашими телезрителями посмотрим, какую коллекцию Иван Федоров создал своими руками. А вот и наш дизайнер Иван Федоров. Нам, кстати, очень понравилась твоя коллекция. И у нас есть к тебе несколько вопросов. Ваня, расскажи, почему твоя коллекция называется Moon? В этом году мы решили рассмотреть спутник Земли Луна. Ну, посмотреть на ее цвет, рельеф, потому что очень красивая планета. Мы знаем, что у тебя есть псевдоним. Расскажи нам про него. Ну, псевдоним мой называется Оз. Я недавно посмотрел фильм «Оз великий и ужасный». Мне он очень понравился. Символизирует такого человека, который обладает большим талантом
и как-то пытается его проявить. Ну, я его ассоциирую с собой. Вань, расскажи, пожалуйста, как ты работаешь со своим руководителем Шигеев Тулаевной? Работаем очень позитивно, добродушно. Она, можно сказать, мне родной человек. Всегда меня понимает и поддерживает. Ваня, какой наряд из твоей коллекции тебе нравится больше всего и почему? Ну, мне нравится платье, которое мы делали на Марину Пазель. Оно похоже на змеиную кожу, оно ее очень облегает и ей очень к лицу. И как раз-таки символизирует это название коллекции «Луна». Спасибо. Расскажи, как ты работаешь с моделями и с кем вот тебе нравится работать больше, с мальчиками или с девочками? Ну, больше нравится, конечно же, работать с девочками, с ними намного проще. Мужская мода, если на нее посмотреть, довольно-таки, так сказать, труднодоступна, потому что не знаешь, как вообще показать это, как поставить человека, как ему помочь ходить на подиуме, то, что касается мужчины. А с девушками намного проще, тем более я парень, и контактировать с ними намного проще. Понятно. Расскажи нам, пожалуйста, как происходит процесс создания одного платья? Да, процесс, конечно, проходит очень долго. Это все зависит от времени, и плюс ко всему я учусь, скоро экзамены, и поэтому не удается очень быстро все создавать. Медленно, но получается качественно и хорошо. А, мы вас не знаем, что в следующем году ты выпускаешься из школы. Расскажи нам, пожалуйста, о своих дальнейших планах. Ну, в следующем году будет ЕГЭ. После сдачи ЕГЭ планирую поступать на дизайнерский факультет в один из университетов, куда меня, так сказать, зачислят, где пройду по баллам. Ну, а там буду стремиться к своей мечте и цели. Ну, это очень здорово. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя фавориты в мире моды и кто они? Фаворит есть, но, к сожалению, он уже умер. Но вещи его продолжает создавать его жена. Это Александр Маккуин. К сожалению, он умер. Очень хороший человек, а его изделия вообще просто потрясающие. Особенно есть одно платье, оно сделано абсолютно из кружева. Шикарное, похоже, как на перышко. Вань, скажи, а какой предмет одежды тебе нравится создавать больше всего и почему? Больше всего из предметов одежды, ну, наверное, все-таки платье. Как-то больше к ним привык и проще, и намного более интересно, потому что брюки-то брюки, блузка-блузка, а в платье можно показать много различных идей. Вань, ну что самое сложное в работе дизайнера? Думаю, придумаю что-то новое, поскольку дизайнеров на свете очень много, и каждый что-то создает. А придумать что-то свое, как-то выделиться, это довольно-таки непросто. Ну что ж, Ваня, спасибо тебе огромное за интервью. Удачи тебе и творческих успехов. Ну а нам пора прощаться. Пока!